А теперь мы перейдем к более расширенным вопросам. Проверим, насколько же вы эрудированы. О природе, научных деятелях и самих науках. Школьники из образовательного центра «Флагман» разделились на две команды и проверили свои знания в квест-игре, которая была посвящена Дню российской науки. Мероприятие проходит как раз с целью популяризации науки, для того, чтобы люди, наши молодые люди узнавали о том, что такое наука, для чего она нужна и как она влияет на все сферы деятельности нашей жизни. Точные, естественные, социально-гуманитарные и прикладные. Шестиклассники познакомились с разными видами наук, а многих ребята уже слышали, потому что активно принимают участие в научной деятельности своей школы. Я участвую почти во всех мероприятиях, и мне очень нравится, так как это как-то развивает эрудицию, наверное, мою. И как-то более сплоченным становится наш класс как коллектив. Местные активисты «Единой России» вручили команде победительницы сладкие призы. В будущем такие квесты будут проводить и дальше, ведь в игровой форме школьники лучше запоминают материал. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».